Доброе время суток всем. Предлагаю вашему вниманию очередной видеообзор. Обзор зарядки на солнечные панели с сайта Diode Extreme. Скуд товара 67191. Внутри упаковки мы видим инструкцию на двух языках, английском и китайском. Сама солнечная зарядка, она поставлялась в целлофановом пакетике, это я ее уже достал. Далее в комплекте поставки мы можем найти блок питания от сети 20 вольт для зарядки встроенного аккумулятора, для быстрой зарядки, чтобы не ждать, пока он зарядится от солнца. Шнур блока питания с американской вилкой, к сожалению, придется брать переходник и шнур заменить, либо шнур заменить на другой с вот таким вот тройником. Далее в комплекте идут два шнура. Первый шнур для зарядки мобильных устройств. Вот он, с вот таким вот выходом. И второй шнур для зарядки, подключения блока питания к ноутбуку. Используется вот такой вот набор переходников. Сразу скажу, перепутать полярность нельзя. Один контакт у нас по диаметру отличается от второго, поэтому возможно только одно правильное соединение. Полярность мы не перепутаем. Давайте теперь посмотрим более внимательно на саму солнечную зарядку. Размеры она имеет довольно большие, порядка 20 сантиметров на 10 или даже 15. Выполнена из набора солнечных ячеек. К сожалению, это не единый кристалл у нас. Покрытие пластика типа Soft Touch, такой слегка прорезиненный. Давайте посмотрим, какие у нас есть интерфейсы, разъемы на данной солнечной зарядке. Для начала у нас есть индикатор того, что происходит заряд от солнца. Ну, не знаю, получится сейчас или нет, но если закрыть солнечную панель, причем закрыть плотно, чтобы ниоткуда свет не попадал, возможно, у нас получится, а может быть и нет. Но вечером от лампочки запросто получается закрыть эту панель. Вот у нас получилось, черный не отсвечивает. Итак, первое. У нас есть двухпозиционный переключатель на передней панели. Вернее, трех. Первое выключенный. Второе включен. Это мы включаем светодиод на верхней панели, но это где-то полуваттный светодиод, посаженный, к сожалению, довольно криво относительно своей линзы, но перемещаться по квартире при его помощи можно. И третье положение его — индикатор состояния заряда встроенного аккумулятора. По инструкции встроенный аккумулятор емкостью чуть более 11 тысяч мАч, то есть в принципе довольно большой емкости, но насколько она соответствует реальности, я не знаю. Вот на правой панели у нас находится разъем для внешнего блока питания от 220 вольт. К сожалению, подключить 12-вольтовый блок питания нельзя, потому что встроенный у нас идет 18 вольт 2 ампера, а не 12. Значит, далее у нас на верхней панели у нас есть индикатор зарядки от 220 вольт. Разъем выхода 19 вольт. Индикатор зарядки выхода 4,6-16,8 вольт, который мы выбираем. Есть также USB разъем для подключения внешней солнечной панели. Но, к сожалению, ее напряжение рекомендуется 18 вольт. И светодиод мощный. С другой стороны у нас имеется выключатель и выбор напряжений выходных. Удерживаем 3 секунды. Включился. Идет перебор. Все, он включился. У нас этот горит красненьким сейчас. То есть, что заряда внутри у нас недостаточно. У нас 25% внутри сейчас. Далее, для выбора напряжения два раза щелкаем. И выбираем необходимое нам напряжение, которое будет у нас на выходе на вот этом разъеме. Когда у нас внутри напряжение достаточное, емкость аккумулятора заряженная достаточно, у нас это должно гореть зелененьким цветом. Для выключения тоже подержать, и выключаются индикаторы.
К сожалению, в комплекте нету какого-либо чехла для транспортировки данного устройства, но собрано оно довольно неплохо. Никаких скрипов, люфтов. Единственное, из минусов, вот кнопочка уже у нас поцарапалась немного. Солнечная панель закрыта пластиком, это не стекло, к сожалению. Оно слегка утоплено в корпус, что предохраняет его от царапаний. Есть отверстие для темляка. Ну, такое вот интересное устройство, насколько оно практично в работе, я постараюсь более подробно написать в обзоре на форуме fonarevka.ru. Спасибо за внимание.